Здравствуйте. Вы руководитель. Руководитель, может быть, вы директор небольшой фирмы, может быть, средней фирмы, может быть, руководитель какого-то отдела, может быть, руководитель какой-то командой. Так или иначе, если вы занимаетесь тем, что вы управляете некоторой группой людей, если вы занимаетесь тем, что вы ставите им задачи, контролируете выполнение, объясняете, что делать, если вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно мотивировать этих людей, если вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно собирать команду людей воедино, если несколько человек должны под вашим руководством работать в едином направлении, это значит, что вы сталкиваетесь с большей частью тренерских задач. Это значит, что фактически вы берете на себя в некоторых аспектах роль тренера. Вы точно так же, как тренер, занимаетесь обучением людей. Вы точно так же, как тренер, занимаетесь мотивацией. Вы точно так же, как тренер, имеете дело с групповой динамикой, ну, внутри некоторых коллективов. И, возможно, вам будет полезно пройти курс тренинг тренеров именно для того, чтобы эти элементы, с которыми вы уже сталкиваетесь, сделать их более эффективными, да, более профессиональными, а может быть, получить и какие-то элементы, с которыми вы не сталкивались, но которые вам также могут быть нужны в вашей работе. Если вы хотите узнать о том, как разные типы людей мотивируются, как разным типам людей объяснять, доносить информацию. Если вы хотите узнать, каким образом рассказывать о том, что вы хотите рассказать так, чтобы люди действительно понимали. Если вы хотите, чтобы ваши объяснения, ваши примеры, ваши инструкции понимались людьми, были доходчивы, были бьющими точно в цель, да, чтобы люди действительно воспринимали это и делали точности, как вы говорите. Если стоит задача обучать новых сотрудников тому, что нужно делать, и чтобы они воспринимали это именно так, как вы доносите вы, как хотите, вы это все тренерские задачи. Приглашаю вас на тренинг тренеров, где вы научитесь вести команду к новым вершинам, к новым знаниям, к новым умениям, да, собирать людей в единую команду, обучать их, мотивировать их, создавать вот то самое движение вперед, да, и, собственно говоря, повышать эффективность вашей работы в целом. Да, может быть, и передавать какие-то ваши знания на большее количество людей, нежели только ваша команда. Так, ждем вас на тренинге тренеров.